Всем большой привет! И я поливаю, извините за небольшой беспорядок. Тут вот разводы, пятна, натекло. Не успела я еще помыть. Все в процессе, все всегда вот без остановки в процессе. Надо вот прямо сейчас снимать, нет времени мыть. Вот срочно, срочно. Радость, делюсь радостью. Есть у меня три вот таких товарища, купленные с рук. Это кто-то Валькириана, кто-то Нобелиор. Девчонка мне честно призналась, когда продавала, что ну что-то у нее они не идут. Вот она их поэтому продает, может, на тебя пойдут. А я так хотела попробовать. Очень дешево тогда купила, спасибо ей огромное. И они у меня первый год стояли, такие наливные яблочки, но не росли. Второй год пошел, они за первые полгода подхудели, подкисли, но не росли. А выросла только за последний год вот у вот этого товарища, вот эта двулистная бульба последняя. Но она... Как видите, выросла, и все. И захудилась, и ничего не было. И после этого пошла следующая, и я поняла, все, класс, бульба одна наросла, вторая пошла. Что-то все-таки она привыкла, что-то я делаю хорошо, что-то я делаю правильно. И то, что наметилась вторая бульба, и уже так хорошо вымахала, это круто, это значит, я нашла ключик. Так, и вот это вообще долго сидело, ничего, и потом тыщ, и тоже погнала рост. Я ждала этого роста 2 года. 2 года ожиданий. Ну, чуть меньше 2, я, конечно, сейчас округляю, не буду вдаваться в месяцы, но вот примерно 2 года, через 2 года, привет, новый рост, привет, новые корни, привет. Я счастлива неимоверно. Вот, и вот еще одна... Вот такая, и тут тоже вот такая прелесть. Ай, вот такая уже толстушечка, уже набирается сока. И я реально вижу, что да, нашла я к ним ключик. Наверное, даже не столько я к ним нашла ключик, сколько они привыкли к моим условиям. Я, кстати, вам сейчас рассказываю и вот пытаюсь вспомнить. Но все-таки, по-моему, у этой у меня бульба наросла, а не у этой. Потому что у этой, по-моему, хотя, может, и вот... О, жизнь моя жестянка, так, памятник черту. Но все-таки, по-моему, у этой. Но это не суть. Суть в том, что почти 2 года мучений. Еще пару месяцев назад я думала, гори огнем, может их выкинуть или подарить. Или вообще не знаю, в общем, куда их деть. И тут такое, тыдыщ, привет. И просто у меня море радости. Они привыкли, они адаптировались, и они пошли в рост. Вот такое, надеюсь, позитивное, очень эмоциональное точно видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, набирайтесь терпения, главное верить, и все получится. Всем солнечных дней, пышных цветений, пока-пока.